парадная расчетная, возглавляет командир 96-й отдельной разведывательной бригады полковник Валерий Бельченко. По традиции российских вооруженных сил военный парад открывают барабанщики, задающиеся подразделения боевых частей. Парадная расчетка возглавляет старший лейтенант Тимур Анусов. Подводчики советского народа на фашистских захватчиков. Полковник Александр Павлович. На площади воин-сверщики в единой группе группировки «Враг» командует расчетом Николай Кузьмин. Аналогов в мире, которых нет. Парадный расчет возглавляет войска Варшавской, Бранденбургской, Краснознаменной Орденов Кавалера второй степени Богдана Хмельницкого и Красной Звезды Дня. Служба обеспечения. Воины бригады в 2015 году обеспечены бесперебойной подачей пресной воды на Крымский полуостров. Возглавляет парадный расчет под самым главным управлением через Россию по Нижегородской области. Заслуженное уважение в обществе вызывает высокий профессионализм сотрудников. Парадный счет офицеров и курсантов Нижегородской академии МВД Российской Федерации. В настоящее время в результате оперативных работников Российской Федерации воевали в составе Нижнего Новгорода, обеспечивали право поляков на свободных отправных территориях. Командует парадным расчетом полковник полиции Яран. На площади короткие легендарные Богородские ордена Жукова бригады оперативного назначения войск национальной партии Российской Федерации. Знамя, прославленный час Сергеевна, героизму военнослужащих движения межнационального партии России в Нижегородской области. Возглавляем парадный расчет полковник Андрей Сихов. Это десантного профиля. За годы существования кадетская школа воспитала более 1000 выпускников. И с гордостью можно отметить каждый второй страдающий ряд. Смогают счастье самые юные участники парада. Юнармейцы отряда партизан командуют расчетом Алексей Марков. Боевая колесная плавающая бронемашина БТР-82А производства Арзамасского машиностроительного завода. На БТРе знамя прославленной 100-й танковой бригады. За рычагами выезжающих на площадь боевых машин воины 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии возглавляет механизированную колонну подполковник Александр Терещенко. Впервые в Нижнем Новгороде на марше колонна глубоко модернизированных танков Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками. Это основной
боевой танц современной российской армии, доказавшие свои превосходства над аналогами зарубежных образцов по тактико-техническим характеристикам, огневой мощи и защищенности экипажа. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2. Технические возможности машины и сегодня позволяют успешно эксплуатировать ее подразделения сухопутных войск. Для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских батарей, танков и другой бронированной техники. На марше боевой вид пехоты «Рысь» автомобиль обладает хорошей защищенностью и легкостью управления, надежно обеспечивает выполнение учебно-боевых задач разведывательными подразделениями. На марше новейший бронеавтомобиль «Тайфун-Ка». Автомобиль имеет повышенную защищенность и создан для выполнения транспортных функций. В первую очередь для перевозки личного состава, оружия и боеприпасов. Современные мобильные радиостанции, созданные на базе бронетранспортеров БТР-80 и БТР-60, основное предназначение машины заключается в организации радиосвязи по каналам передачи данных, зоне боевых действий или проведения спецопераций. На параде разведывательные химические машины РХМ-4 и РХМ-6, созданные на базе БТР-80. Основное предназначение заключается в ведении радиационной, химической и неспецифической биологической разведки, передаче данных разведки в автоматизированную систему управления войсками. Новейшая авторазливочная станция АРС-14КМ. Основное предназначение – дегазация и дезинфекция вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, а также создание аэрозольных зарядов. На площади специальные тягачи провозят 120-миллиметровые возимые минометы 2С-12 «Сани», предназначенные для уничтожения навесным огнем живой силы и огневых средств противника на дальности до 7 километров. В целях решения отдельных тактических и огневых задач могут применяться дымовые, осветительные, зажигательные и агитационные мины. «Артиллерия – бог войны». Это изречение времен Великой Отечественной вспоминается при виде полевой 122-миллиметровой дивизионной реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Славных наследников легендарных традиций. БМ-21 – это надежное средство для поражения живой силы противника, бронетехники, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Реактивная система залпового огня «Ураган» – одна из мощных среди реактивной артиллерии вооруженных сил России. Система способна полностью подавить и уничтожить важнейшие объекты противника на дальности до 35 километров.
боевая машина имеет 16 направляющих калибра 220 мм и способна за 20 секунд осуществить полный пуск ракет. Экипаж 4 человека. На марше ракетные комплексы нового поколения «Искандер», обеспечивающие надежную защиту государственного суверенитета. Это лучший в классе оперативно-тактических ракетных комплексов мира. На площади современные ремонтные эвакуационные машины, предназначенные для проведения текущего ремонта, оказания помощи в обслуживании и эвакуации армейской техники многоцелевого назначения. На марше специальные автомобили военной полиции на базе УАЗ «Патриот». Завершает парад прохождения сводного военного оркестра в составе войск Национальной гвардии.